Они тоже все, они тоже все, они тоже все, они тоже все. Да, у вас, ребята, здесь вообще какая-то чертовщина творится. Машины голоса откуда-то, привидения в подвале. Как вы собрались защищать Машу, когда я уйду? До этого справлялись. What? In the one girl in the ten Mormon says Cabrera Tolley. Okay. No. What? Thank you.
поговорить с тобой, а ты весь день убегал от меня. Ну, ладно, будем считать, ребята, что она отмазалась. Если хотите полноценный ролик детектора лжи, где мы вот у нее все вообще разбросим, то 100 тысяч лайков, и вы узнаете абсолютно всю правду. И про этого тоже. Про меня? Да. Я тебя спрошу, понял? Ладно. Я тут ведущий, у меня пиджак и костюм. Давайте, ну, что-то, ну. 5 вопросов было, сам сказал. В общем, я считаю, что я вообще замечательная. А здесь странный. Ладно, ребята, сейчас мы попадем в этого. Золотые вопросы, которые придумала Маша. И у нас сейчас в детекторе уже накачанный человек, бывший Машей. И мы зададим ему вопросы. Серьезно с ней поговорить и рассказать о своих чувствах. Да, это самая положительная черта характера.